На улице Пермякова сегодня начинается действовать ограничение еще на одном участке. Полностью закрывается дорога от Семенова до Федюнинского. Причиной тому новый этап строительства развязки на Объездной. Бригады приступают к формированию полукольца. До 10 июня здесь будут проходить демонтажные работы. Устройство ливневки и непосредственно проезжей части. На основном перекрестке в это время начнется сооружение опор для путепровода. Объезд транспорта организован через улицы Спиранского и Семенова.